Здрасте, приехали. Давай из кадра вон. Дай мне снимать. Всем привет, меня зовут Юля, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня снова посылочка из Василька, и я снимаю снова в комнате, причем с этим карантином у меня весь ремонт встал. В комнате только одна кровать и телевизор, больше нет ничего, потому что ничего не работает. Шкаф с тумбочками заказали, и неизвестно, когда приедут, они должны были через 4 дня приехать. Но я не знаю, работает ли завод, который должен делать эту мебель. Поэтому комната. В моем кабинете до сих пор завал, потому что шкафа нет и некуда мне эти вещи девать. Короче, я сегодня тут опять. Давайте посмотрим, что там. У меня тут много всего, так что давайте поподробней. И первое, что у нас в посылке, сразу покажу, это маски. Взяла десяточек черных и десяток разноцветных. Там были на сайте на фотографии белые с розовыми полосочками. Но, видимо, цвет присылают рандомно. Прислали вот такие цвета. Ничего страшного, даже 11 штук положили. Наверное, из-за того, что цвета не подошли. И черненьких по 45 рублей. Эти маски многоразовые, их можно стирать, так что хватит надолго. Никогда платочки не брала носовые, но стали ходить к зубному, там эти одноразовые салфетки вообще фигня полная. Поэтому пришлось взять вот такие платочки мужу и нам с детьми. Заглянула в раздел с трусами себе и дочке набрала опять много. Стринги появились. Очень большой выбор. Форма классная. Ну, в общем, обычные хбшечки повседневные. Такие красивые вообще. И вот эти тоже. В общем, много там всего. Ну и как же я в раздел с носками не зайду? А там такая красотища. Ну как ее не взять? Смотрите, какие классные носки. Причем они дорогие, но у них качество просто идеальное. Вообще здоровские. Класс. Ну вот как их не взять? Посмотрите, какая красотища. В наборе по 5 штук. Это я себе взяла. А теперь давайте разбираться с мужскими носками. Заметила такую тенденцию, что когда на них написано медицинские, ноги перестают пахнуть вообще. Представляете, муж с работы приходит, и у него не пахнут ноги. Это ли не счастье для него и для меня? На сайте есть как короткие носки, так и длинные. То есть вот короткие, вот до сюда, очень удобные. Ну и длинные у меня мужу все равно. Мне часто пишут комментарии, что качество носков отвратительное, просто ужасное. Но знаете что? Я вам скажу. Вот специально заказала вот эти вот по 20 рублей, а вот эти вот по 48 и за 51, чтобы показать вам разницу в качестве. Когда вы берете самые дешевые носки, ну, вы ждете обалденного качества, что ли? Вот качество. Вот. Плотные, офигительные просто носки. Я не знаю, они даже не просветят вот так вот, как вот эти вот на свет вообще просвечивают. Вот. Но мы такие любим, на лето они очень тоненькие, классные. Мужу всегда беру, они типа у нас двух разиков, так скажем. Вот эти, конечно, вообще уже посерьезнее носки. За 51 рубль. Но вот эта вот фирма хорошая у носочков. Вот, очень плотные, качественные носки. И то, что говорят, что плохое качество. Я сразу же пишу, говорю, так вы, наверное, самые дешевые носки взяли. Меня уверяют, нет, я брала по 50 рублей. Елки-палки, ну видно же, если вы возьмете по 50, то отвратительного качества вам не пришлют. Вообще обалденные носки. А подешевле, которые, их даже не жалко на работу. Например, какие-нибудь опилки или песок, просто пришел домой, снял и выбросил. Особенно стекловато. Было бы, конечно, жалко вот такие выбрасывать. Со стекловатой опилками, которые уже просто не спасешь. Никакая стирка их уже не вылечит. Брала два разных набора. То есть вот такой набор по 6 штук. Там все черненькие. И есть еще один набор. Тоже фирма «Хорошо». Вот они тут «Спорт» с надписью. И серенькие, синенькие, черненькие всякие. Здесь тоже разные все. Черные, серые, темно-серые, синие. Вообще, вот это качество огонь просто. Ну, думаю, с носками разобрались, поехали дальше. Заказала два кухонных набора, чтобы были прихваточки. По-моему, внутри синтепон, они мягенькие, толстенькие. И полотенчик, конечно, тоже кухонное не помешает.
Что-то я не подумала, надо было на подарки взять. Не так уж и дорого. Еще скатерть из рогожки прихватила. Это мне на уличный стол. Как раз, смотрите, какая ткань. Вот такая. То есть, например, даже если все прольется на стол, все протечет вниз через деревяшки. Ну и рисунок, конечно, обалденный. А дальше у нас костюмчики. Первые два костюмчика это домашние. Вы посмотрите на эту мимими. Я дочке взяла костюмчик, футболка и вот такие шорты. Класс. Себе я вот такую футболку взяла с шортиками. Можно дома ходить. Ну, вернее, заниматься, наверное. А вот эту вот взяла по улице бегать. Типа спортивного костюма. Такая кофта, вам, надеюсь, видно все. Здесь капюшончик. Сейчас примерочку вам покажу. Класс. Ну, мне тоже хорошо подошло. КБшечка, натуральная красота. Дома заниматься супер. Костюмчик большемерит. Мне он велик. Надо было 42 брать, а не 44, хотя я 44 размер. Но по улице, вокруг дома, ну, вокруг улиц бегать на тренировке нормально будет. Все супер-пупер. Ну и самое мое долгожданное – это постельное белье. Вы только посмотрите, какая красота. Так и хочется запрыгнуть. Так, смотрите. Единственный минус вот именно у этого комплекта – это очень узкие дырочки. То есть вот я расстегиваю, и они не от самого конца, а вот отсюда и до сюда. Вот только вот здесь. Это единственный минус, что, кстати, у подушек, у наволочек, что у одеял. Одеяло двухстороннее. Беру два комплекта только потому, что у нас очень большая кровать под одним одеялом, ну, одно одеяло нам очень мало, а в семейном там пододеяльники на полуторные одеяла, а у нас они двушки. Поэтому мне нужно как раз 4 наволочки, 2 двушки, и у меня в запасе остается простынь, которую я как раз меняю. Могу, например, постирать ее почаще. Те, кто говорят, что спать нужно под одним одеялом. Ну, серьезно, 21 век на дворе. На такой огромной кровати удобнее спать с двумя одеялами. Но уж если скучно будет, то можно заползти под одно. Смотрите, у подушек вот как раз молния идет вот отсюда и до сюда. Вот эти уголки очень мешаются. Их надо как раз все-таки до конца сшить. Но ради вот такой расцветки и такого качества я готова пожертвовать такими неудобствами. Можно и так спать, и под этим одеялом. Красота. Ну, у меня на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Всем спасибо. Пока-пока. Ах ты. Зайчик мой. Да, красавчик. Красавчик мой. Ты мне принес. Отдай, 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 отдай. Опа. Во, все, хватит, хватит, хватит беситься, хватит. Понятно. Ты не уйдешь, да? Может, я сниму, потом будешь беситься. Бакс, давай из комнаты вон. Давай, 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 уходи. Иди отсюда. Все. Пш-пш-пш.